Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим очень простой рулет из рульки. Этот рулет подойдет для перекуса, подойдет как замена колбасе магазинной. Рулет готовится несложно. Единственный трудоемкий процесс – это сварить рульку. Продукты, которые нам потребуются, вы сейчас увидите на своих экранах. Также зайдите в описание под видео, возможно, что-нибудь интересное для себя найдете. И запомните, я не учу вас готовить, я лишь предлагаю вам идеи вкусной домашней еды. Для приготовления нашего рулета нужна вареная рулька. У меня рулька варится уже где-то около 2 часов. В бульон добавила лучок, морковочку, лавровый листик, соль, в общем, так, как вы обычно варите рульку. Рулька должна быть готова. Часа 3-4, в зависимости от размера рульки, она должна вариться. Что же, рулька сварилась. У меня она варилась практически часов 5, наверное. Я про нее, если честно, даже немножко и забыла. Сейчас буду формировать свой рулет. Мне удобно формировать вот в такой форме. Застелила ее пищевой пленкой, и сейчас нужно мясо выложить в эту форму. Максимально горячее, насколько вы можете, вот чтобы было горячее. Не надо его остужать. У меня была рулька посолена немножко и варилась со специями. Но сейчас, чтобы рулет был вкусный, я тоже добавлю немножко соли и специй. Ну, вот приблизительно вот так положили слой мяса. Сейчас сюда добавить немножко сухого чесночка. Можете свежего, если хотите. Я добавляю сухой. И добавляю где-то чуть меньше чайной ложки желатина. Прямо на горячее мясо. Далее отправляю морковку, вот прямо кусочками ее вот так поломали, отправили морковь, отправляем далее опять кусочки мяса, опять немного присаливаю, добавляю чесночок и опять немного желатина. Значит, у меня получилось 2 слоя мяска, между которыми я насыпала желатина немножко и специи. Сейчас заливаю это все бульоном, в котором варилась рулька. Но бульона нужно лить немного, вот буквально грамм 50-100. Прямо горячий бульон наливаем на желатин, который вот у вас сверху. И сейчас наша задача из этого сформировать такой очень тугой батон. Значит, смотрите, я вот так подгибаю хорошенечко все края и подгнет. Все, отправляем, значит, наш рулет застывать. Сначала он должен просто остынуть, потом застывает. Я отправляю на ночь, встретимся завтра. Что же, вот такой рулет получился. Как видите, его можно разрезать на довольно тоненькие кусочки. Вот, посмотрите, видите? Он прекрасно держит форму. Ну и он очень вкусный. Как видите, этот рулет прекрасная замена колбасе. Здесь одно мяско. Вы знаете, что вы в него положили. Вы знаете, какие здесь специи, какое мясо. Сюда же можно, конечно, добавить и куриное мясо. Будет тоже очень вкусно. Если вы потратите пару часов времени выходной, то на неделе у вас будет прекрасная замена колбасе для собоек, либо для каких-то перекусов. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Заходите, просматривайте видео. Я желаю вам приятного аппетита и чтобы все рецепты всегда были вам по карману.